Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Девчонки, я на протяжении 2 недель уже тестирую 3 средства от корейского бренда Токобо. Надеюсь, что я правильно ставлю ударение. И давайте немножко с вами отвлечемся от всего, что происходит сейчас вокруг. И я хочу поделиться с вами отзывом. У меня было 3 средства. У меня был тонер, эссенция и крем. И обо всех этих средствах я хочу подробно вам рассказать, поделиться своими впечатлениями, показать, я без макияжа, для того, чтобы показать, как они выглядят, как они действуют и так далее. Итак, первое, что у меня есть, это вот такой вот тонер с лимонной кислотой. Также здесь есть гликолевая в составе и салициловая кислоты. По порядку. Ну, во-первых, я вам уже показала упаковочки. Я покажу все, конечно же, близко. Картонная упаковка и сама упаковка, где находится этот тонер. Очень прикольно. Здесь сверху крышечка в виде такого лимончика. И на самой упаковке есть вся информация о том, что это именно за средство. Здесь 150 мл, пластиковая упаковочка. Очень интересная консистенция, ну, в принципе, как и у многих тонеров корейских, это не просто водичка, а это вот такая вот немножечко, ну, тягучая, можно, наверное, сказать, водичка. Также здесь, кстати, была первоначально защитная мембранка, и это увлажняющий тонер, как я уже сказала, с кислотами, также здесь есть витамин С. И я помню, как раньше постоянно говорили, что витамин С нельзя сочетать с гликолевой кислотой, с салициловой, нужно их отдельно использовать. Ну вот здесь вот как-то такое сочетание, которое мне, кстати, забегая вперед, хочу сказать, очень понравилось. Вообще, мои самые первые впечатления об этой марке, вот первый раз, когда я нанесла, у меня были неоднозначные, потому что я начала использовать сразу после другого тестирования, другой марки, но после того, как я воспользовалась второй, третий раз, у меня абсолютно поменялось отношение, и опять-таки, забегая немного вперед, я хочу сказать, что мне очень и очень даже понравилось. Здесь также в этом тонере содержится 38% лимонной кислоты, что заявлено на самом даже тюбике. И вообще, для чего предназначен вот этот тонер? Он идет для такой тусклой кожи, для кожи с пигментацией, в общем-то, все, что есть у меня. У меня кожа, ну, относительно нормальная, но у меня есть и пигментные пятна, у меня есть и покраснение на коже, и периодические высыпания, и бывают такие именно закрытые комедоны. В общем-то, полный набор, чего только не бывает. И вот этот вот тонер, он идет с таким еще сияющим эффектом, за счет того, что здесь гликолевая кислота, отшелушивающим эффектом. Когда я только первый раз открыла, то здесь еще была такая защитная мембранка, я ее, конечно же, сняла, и здесь вот просто, в принципе, несмотря на то, что пластик очень твердый, я думала, что проблематично, знаете, невозможно надавливать на упаковку, будет извлекать вот эту водичку, но нет, абсолютно нормально. Кто-то использует, я так часто тоже использую, просто на ладошку и потом такими аппликативными движениями наношу. Я, как правило, сейчас использую, беру ватный диск, наношу на ватный диск и протираю лицо. Давайте я сейчас это и сделаю. Водичка, как я вот это уже сказала, это тонер, он довольно-таки густой, и расход у него относительно минимальный, он имеет довольно-таки ярко выраженный лимонный аромат, но такой, знаете, сладковато-лимонный аромат, и мне нравится, как очищается кожа. Я его использую и утром, и вечером, вот за 2 недели у меня, ну, ушло совсем, как вы можете видеть, немного, хотя использую 2 раза в день. И, конечно, вот действительно, вот эта упаковка, она очень и очень меня радует. Так, я далековато от зеркала, буду смотреться еще в маленькое зеркало. У меня всегда кожа краснеет, поэтому это нормально, когда я что-то наношу. Текстура у него довольно-таки однородная, и вот можно видеть, как будто бы, знаете, небольшие такие даже пузырьки. И он довольно-таки густоват, и мне это очень нравится. Аромат, вот он легкий, мне он очень-очень нравится. Прям вообще балдею. Классно.
И хочу еще заметить, что он абсолютно не липкий, этот тонер, он не липкий, он довольно-таки быстро впитывается в кожу, неважно, диском протираю я лицо, и также зону декольте, всегда шею, все это полностью прохожу, особенно вечером. Косметика на нем не скатывается, даже вот на всем остальном уходе, который я дальше буду использовать. Он не ложится пленкой, от него действительно нет никаких абсолютно неприятных ощущений. Если вы не любите отдушку, чтобы вообще какая-либо была отдушка, то, возможно, вам не понравится. Но во всем остальном лично мне очень нравится. Не вызывает раздражений, каких-то высыпаний. Да, наоборот, вот действительно можно увидеть вот этот потом легкий такой отшелушивающийся эффект, но за счет крема, который дальше использую, то есть никаких шелушинок не остается. У нас сегодня такой сильный ветер, просто невероятно, я слышу, как все прям гудит. И кожа после него довольно-таки мягкая, приятная. Вот он, как я уже сказала, он не липкий. Все, я протерла лицо, он уже моментально впитался, но в то же время я чувствую, что моя кожа увлажненная, что она сияет, она такая здоровая. Ну, как бы вот я смотрю, мне прям нравится. Убирает немножечко тусклый цвет лица, неровности какие-то на лице, быстрее помогает бороться. Вот если есть те же там постакне, какие-то болячки, ну, кстати, аккуратно, если какие-то прям болячки на лице, может немножечко, ну, совсем чуть-чуть, может как бы ощущение вот то, что пощипывает, вот такое может быть. Но мне очень-очень нравится, то есть как он подсушивает какие-то прыщики, как он помогает бороться вот с этими комедонами. Расход у него минимальный, поэтому я прям им довольна и могу порекомендовать. За 2 недели меня этот уход порадовал. Дальше, что у меня есть следующее. Так, сейчас я вам покажу. Это эссенция. Где с ней упаковочка? Это вот такая вот эссенция Токобо, которая идет, вообще она полностью называется, она идет на восстановление микробиомы. Что это вообще такое? Давайте сначала про упаковку. Ну, во-первых, здесь 50 мл, здесь удобная очень помпа, сверху вот такая прозрачная крышечка, здесь уже стеклянная, увесистая, тяжелая баночка. И я тоже использовала уже немало, я ее прям щедро наношу, беру 3-4 нажатия помпы, ну, потому что, как я уже сказала, и на зону декольте, и на шею, везде я ее использую. И вот здесь прям в самой баночке можно видеть, как вот такие пузырьки. Итак, что же это у нас за эссенция? Вообще, вот корейский уход я, конечно, обожаю. Мне единственное, вот что я не попробую, мне практически все за редким, вот прям редчайшим исключением мне подходит. И начиная, вот что касается именно, кстати, по поводу запаха. Вот у этой эссенции тоже такой прикольный запах. Я люблю отдушки, ну приятные для меня отдушки в уходовой косметики, здесь такой приятный, нежный какой-то вот аромат, такой вот в то же время невесомый, с какими-то чуть-чуть цветочными даже нотками, и вот ощущение дорогой такой вот классной косметики, классного ухода. Как я уже сказала, вот эта вот эссенция, она идет с бифидобактериями, или нет, я этого не сказала, она идет с бифидобактериями, и это понятно из названия самой эссенции. И текстура здесь вот такая вот прозрачная, с пузырьками, и довольно-таки она густая, вот прям густая, тягучая такая вот, чем-то, знаете, что напоминает? Напоминает муцин, с которым я относительно недавно познакомилась, но муцин более тягучий, а вот здесь вот менее. Когда давайте наносить, я вам дальше буду рассказывать. Как я уже сказала, я где-то, ну вот сейчас буду наносить только на лицо, возьму 3 нажатия помпы, так, главное не разбить. Она как бы растекается, то есть она довольно-таки густая, но не так, что прям вообще застыла, и ничего с ней не сделать. Ой, какой же, вот прям сливочно-цветочный аромат, я бы, наверное, даже так сказала. Я наношу вообще полностью, и на кожу, вот под глазами, под бровями, ну вот полностью на все лицо, на ушки также наношу. Очень мне нравится. Она легкая, она не забивает поры, она не лежит какой-то пленкой на лице, она абсолютно не жирная. У нее невероятно приятная текстура, и она дает такое классное, знаете, увлажнение, напитанность кожи. Вот даже
Да вот смотрите, я надеюсь, это видно на камере, в зеркале, по крайней мере, я вижу, как она классно сразу же подсвечивает кожу. И вообще эта эссенция, она на основе нескольких пробиотиков. Ну, во-первых, как я уже сказала, здесь бифидобактерии, они составляют, если я не ошибаюсь, где упаковочка 45%. Да, 45%. И они оказывают именно такое восстанавливающее, ну, то есть, да, они больше работают на восстановление кожи, восстанавливающие свойства, убирают вот какие-то такие вот, если у вас тоже есть раздражение, тоже какие-то прыщички, то есть успокаивающие. Также здесь лактобактерии, они в соотношении 5%. Они усиливают именно защитный наш вот этот барьер для того, чтобы защищать, естественно, нашу кожу и также регенерировать кожу. Дальше в составе здесь 1% лактокуса. Это тоже работает больше на восстановление, на укрепление кожи. Вот все, смотрите, сыворотка полностью впиталась. Все, не видно никакого абсолютно... Руки у меня не липнут, нет никакого вот липкого слоя. Вообще очень мне нравится. И что еще было важно для меня, когда я увидела в составе, я поняла, что это будет любовь. Здесь есть неоцинамид. Он такое тоже успокаивающее имеет свойство. И если у вас есть высыпание, то прям, ну, я очень рекомендую познакомиться вот с этой сывороткой. Мне она безумно понравилась. То есть я ее использую, вот взяла именно в такой последовательности. Сначала тонер, потом сыворотку. Проходит буквально минута, даже меньше, вот пока я с вами говорю. И все, она полностью впиталась, можно дальше наносить уже крем. Ну, здорово. Все, она и кожа напитана, заполняются какие-то вот эти мимические морщинки. Ощущение вот такой здоровой и в то же время дышащей, господи, кожи, которая дышит, прошу прощения, у меня сегодня весь день заплетается просто язык, потому что 3 рабочих дня, за которые я наговорилась так, что мне сложно говорить. Я вниз смотрю, я постоянно просто смотрю на зеркало, где я себя вижу, как выглядит моя кожа, так как я на самом деле, вам кажется, что вот я прям около зеркала, но я нахожусь далековато от этого зеркала. Ну, очень. Кожа мягкая, напитанная. Просто вот действительно супер. Очень-очень довольна. Дальше. Последнее, что у меня есть. Кстати, все это вы можете заказать на Style Korean. Я обязательно на все оставлю ссылочки. Смотрите в описании. И следующее, что у меня последнее, я вам покажу от Токобо, это у меня крем с церамидами. У меня уже был когда-то крем с церамидами другой марки, и я когда увидела этот, думаю, здорово. Мне когда-то церамиды, керамиды, кто как говорит, мне нравилось. Давайте начнем с упаковки. Как вы видели, везде есть картонки, но у меня почему-то, сколько у меня бывает каких-то заказов или что-то приходит на обзор, у меня никогда в таких кремах, как будто бы мне забывают положить лопаточки. Ну ладно, благо у меня они есть. Посмотрите на эту упаковку. Мне очень нравится вот этот нежно-голубой цвет. Это стеклянная баночка, которая, ну не знаю, вот какую-то, знаете, другую крышечку, и вот мне напоминает вообще как зефирка какая-то. Здесь тоже стекло матовое, тяжелое, все на упаковке указано. Здесь 50 миллилитров. Когда откручиваешь крышечку, здесь была еще защитная мембранка, которую я убрала. Мне, честно, удобнее, так как каждый день использую, мне удобнее пользоваться именно так. Но вот аромат тоже такой... Ну вот здесь прям сливочный такой приятный аромат, вот очень-очень мне нравится. Вообще этот крем, когда я читала на сайте, он был заявлен как баттер. Но честно, я здесь маслянистого абсолютно, ну, ничего не вижу, я даже не знаю, почему так. Здесь по консистенции больше напоминает мне, ну он, консистенция такая воздушная с одной стороны, а с другой стороны... довольно-таки плотный, это питательный, восстанавливающий крем, обращаю ваше внимание, который не только на основе керамидов, но также здесь в основе есть еще в составе гиалуроновая кислота, то есть это на питание, увлажнение, восстановление кожи рассчитанный крем. Он помогает укрепить
кожу, естественно, увлажнить, как уже, да, это все понятно. Давайте мы будем с вами... Мне очень нравится запах. Так, давайте наносить. Я брала где-то лопаточку. Я беру, я уже использовала, он был прям с горочкой. Я использую его довольно-таки нормальное количество. У него текстура, как я уже сказала, довольно-таки... Сейчас я закрою его, не хочу, чтобы ничего лишнего попадало. Так, давайте я буду смотреть. У него текстура, вот посмотрите, как он наносится. С одной стороны, у него текстура такая плотная. Он такой, в хорошем смысле, тяжелый крем, но в то же время вот чем-то напоминает мне сорбетовое мороженое. Вот знаете, как сорбет. Очень приятно. Я также наношу на глазки, заполняет безупречно, просто безупречно заполняет все морщинки. Нежнейший аромат, наиприятнейший. У меня кожа, я уже сказала, какого типа, я думаю, что подойдет также для жирной кожи. То есть он не настолько плотный, он довольно-таки быстро впитывается, его приятно наносить. Он не оставляет также жирности никакой, как и предыдущие средства на лице. Он не забивает поры, он не вызывает раздражения, он не вызывает вот этих вот комедонов каких-то, да, но опять-таки, да, не забивает именно поры. С этим кремом кожа действительно дышит. На коже остается после нанесения приятное такое мягкое ощущение. Кожа бархатистая, напитанная, ну вот просто супер. Очень нравится. Проходит примерно где-то 3 минутки, когда я вообще не ощущаю этого крема, кроме вот этой вот напитанности. Ну все. Ни пленки, ни жирности, ничего абсолютно нет. Вот сейчас, пока я еще ощущаю, когда только его наношу, у меня вот здесь бывает ощущение такое немножечко будто бы испарины. Но вот так буквально провожу, и все. Когда сейчас вот ветрено, холодно, это самое то. На лето, конечно, я думаю, он будет мне тяжеловат. Я постараюсь его поэтому добить до этого. Я также сверху, когда использую днем, наношу солнцезащиту, потом еще... макияж, ничего не скатывается на этих средствах, все приятно лежит, комфортно, то есть ничего абсолютно не случается вообще, вот просто, не знаю, что еще нужно. Я поделилась с вами, в принципе, вот единственное, смотрите, вот он, ну не знаю, вот кожа, мне кажется, даже, что, знаете, она не просто напитанная, она как будто бы становится более плотной после использования вот этих средств. У меня проблемная, заметила, зона стала вот здесь вот. То есть у меня вот здесь как такие мимические, будто бы, ну не знаю, как складочки какие-то. И вот этот крем, он отлично напитывает. Я вечером обязательно прям обильненько сюда наношу и... очень нравится. И нравится, как ведет себя вот на коже под глазами. То есть я сейчас даже, честно, не использую никакие отдельно кремы под глаза, потому что, ну вот, восторг. Вот прям восторг. То, что нужно. Так что да, я могу вам порекомендовать все эти три средства. Если хочется выбрать что-то одно, допустим, вот вам хочется познакомиться с маркой, но вот хочется что-то одно, я бы тогда рекомендовала, наверное, выбрать для начала эссенцию. Я уверена, что она вам понравится, но в идеале, конечно, использовать полностью всю серию. Так что вот первые впечатления были, самое первое было неоднозначное, но начиная уже со второго применения, я поняла, что мне нравится, мне хочется этим пользоваться. И самое ужасное, что у меня сейчас несколько таких брендов, несколько таких линеек, которые мне очень понравились, и мне хочется пользоваться этим всем. Ну, буду как-то чередовать. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Напишите обязательно в комментариях, знакомы или не знакомы вы с этим брендом, захотелось ли вам познакомиться. Ну и не забывайте заглядывать в инфобокс. Там есть все ссылочки, вся необходимая информация. Ловите на скидках обязательно на Style Korean. Они там часто бывают. Так что удачных вам покупочек. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И рекомендую подписаться на мой Яндекс.Дзен, где выходят все те же самые видео. Но боюсь, что возможно вопрос времени, когда, может быть, YouTube закроют. Вы знаете, что происходит, санкции, и я боюсь, что такое вполне, ну, вполне себе может произойти. В инфобоксе есть ссылка также на мой Яндекс.Дзен, поэтому если не хотите меня потерять, то обязательно подписывайтесь и на Яндекс.Дзен.
Увидимся совсем скоро. Берегите себя и своих близких. Мира нам всем. Пока-пока.